В Волгоградской области продолжается действие программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. В ее рамках построено 8 многоэтажек. Счастливыми обладателями новых собственных квадратных метров стали жители Средней Ахтубы, Камышина, Волгограда и Волжского. Последний, кстати, установил своеобразный рекорд – 765 новоселов. Евгений и ее сын отметили новоселье 2 недели назад. Новой квартирой довольны. Тепло, уютно, 2 отдельные комнаты. О старой квартире даже не вспоминают. Раньше жили на Зеленом в аварийном доме. Двухкомнатная, да, квартира, отдельные 2 комнаты. Еще, конечно, мы только 2 недели как переехали. Ну, нам тепло, нас все устраивает. В 2014 году 765 волжан стали участниками программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Часть семей уже обосновалась в новых квартирах. Остальные, по словам руководства Волжского, должны переехать до конца февраля. В прошлом году в городе построено 5 домов для переселенцев. Дворы компактные, удобные, дома малоэтажные. В принципе, людей немного. Здесь удобно. Рядом уже недалеко Ахтуба здесь. Такое месторасположение, считаю, для жителей удобное. В целом по региону в рамках областной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья было построено 8 многоэтажных домов. По 1 в Камышине, Волгограде и Средней Ахтубе и целых 5 в Волжском. В них переселены жители 22 аварийных бараков с острова Зеленый. Эта работа будет продолжена и в будущем, отмечает руководство области. Задача, поставленная губернатором, чтобы по этому году никаких срывов не было. Тут у нас зона ответственности больше муниципальная. Но, тем не менее, будем выстраивать эту работу таким образом, чтобы этот год мы все-таки завершили, как обещали гражданам вовремя. Реализация программы переселения из ветхого аварийного жилья ведется на условиях софинансирования. Большую часть средств выделяет федеральная казна. Свои доли вносят также областной и муниципальные бюджеты. В этом году региону уже выделен первый транш господдержки в размере 30%. Это 86 миллионов рублей. А всего будет привлечено порядка 300 миллионов федеральных денег. В бюджете Волгоградской области предусмотрено порядка 230 миллионов. Планируется, что на эти средства к концу 2015 года улучшат свои жилищные условия 978 жителей региона. Они будут переселены из 34 аварийных многоквартирных домов в Волгограде, Волжском, других городах и районах области. Людмила Кухарева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».